всем. Привет, Орифлейм! Я поняла, что я стала зависима от цен. Я открываю, наверное, звание для того, чтобы здесь постоять, набраться впечатлений еще на год вперед. Это на самом деле такая энергетика. Я очень счастлива, что я вообще познакомилась с этим миром Орифлейм. В этом году произошло столько со мной изменений. Вообще, 4 года я уже в компании, каждый год я меняюсь и совершенствуюсь. Но в этом году произошло прям что-то нереальное. Я была, благодаря своему спонсору Ирине Басюк, на золотой конференции на лайнере мечты. Знаете, когда я эту конференцию видела в ролике, я твердо поняла, что я хочу здесь быть. И спасибо Ирочке, она меня взяла. Это получается, 4 страны я посетила с компанией. Это перевернуло мое общее представление о жизни, о мире. Я хочу путешествовать. Я хочу брать все, что дает компания. И в этом году я закрыла 2 новых звания, когда ребеночку было 3 и 4, соответственно, месяца. То есть... Да, ребеночек родился у меня тоже в этом году, как и закрыли звание. Ему сейчас 10 месяцев. В этом году ко мне присоединился муж. Он сейчас больше помогает с детьми. Ну и он столько мудрых мыслей говорит по поводу работы в компании. Я думаю, что он созреет все-таки для активной работы. Пока он у меня папочка в декрете. Вот. А также в этом году ко мне присоединилось столько новых партнеров, от которых у меня захватывает дух. Мои приятели со мной! Я счастлива, потому что я сегодня подбирала на сцене. Это, по-моему, еще прекраснее и волнительнее, чем просто самой стоять. И я, как сегодня говорили, очень мудрую фразу, что я не думаю только о себе, я не хочу останавливаться на звании «золотой директор», потому что в самом ближайшем будущем у нас открывается новое звание «старший золотой», потому что я думаю о своих звездочках, которые тоже хотят расти. Вот мои новые будущие бриллианты. Спасибо компании за все. Я счастлива быть одной из вас. Всем успехов. И можно сейчас сказать,